Здорово, Шап. Да, Сул, куда, Сул? Как можно быстрее. Здорово, здорово, Паша. Ну что там в Уфе хорошего? Жарко? Ну, вроде уже не особо сильно. Ну, сейчас под вечер. Пучно. Андрюха Валентиновичу привет передавай, он тут рядом подходит. Какой еще Андрюха? Коленченко. Юрий Валентинович, привет. Ой, Андрюшка, привет. Ну что, ты мне обещал кое-что скинуть? Что ты... Да. Вспомнил, что ли, уже? Резко. Помочь, Борис. Кофе пью. Хочешь кофе? Только что попил. У нас сейчас собрание на... Вечерняя тренировка. Что будем делать? Собрание будет сейчас? А, то есть объяснят, что делать будете? Да. Понятно. Обычно полчаса до тренировки. Уже тебя скинули. Говорят, ты вчера словил на рыбалку. Мы с Толгадычем. Мы с Толгадычем вдвоем. О, Ваня Обляков. Кому звонишь, Вань? В Уфу, в экипировочный центр. А что там? Там сказали, можно сделать чехол на любой телефон с логотипом Уфы. Да, это действительно правда. Сейчас на любую модель телефона, да, можно заказать в экипировочном центре чехольчик. Вообще круто. Спасибо. И еще что? Как тебя забыть? Молодец. Это ты уже знал или сегодня научился? Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый вечер. Слов о том трюке, который ты хотел исполнить. О чем? О том трюке, который ты хотел исполнить. У меня неправильный партнер. Может, с Харрисом? Он тебя лучше понимает. Кто? Он на тебя запрыгнет. Холодный, да? Да, мы резины. Забывали и катались. Трудное детство. Трудное осетинское детство. Зато сейчас, видишь, какая игрушка у нас будет. Что сейчас? Какая игрушка хорошая у тебя. Видишь, тебе надо привыкать.
Игорек, сколько он должен пропустить, чтобы встать? 5. У меня все снято. Не торопись, Игорек, я как следует настроюсь. Давай. Вот. Азамат, покажи мне, пожалуйста, видео со своей свадьбы. Ну какие-нибудь. Когда я тебя приглашал, ты не приехал. Теперь ты хочешь, чтобы я тебе показал свадьбу. Но ты же хотел, чтобы я на неделю там остался. Ну а что такого, остался бы. Ага, у меня нет столько здоровья. Владикавказ на неделю на свадьбе. Я бы тебе все сделал. Гиптрав? Гиптрав? Посмотрим, чем вечером занимаются администраторы. Добрый вечер. Что делаешь? Слушай, Николай, а у нас что, в экипировочном центре сейчас на любой телефон чехол можешь заказать? Да, на любой, в течение. Если даже какая-нибудь редкая модель, все равно в течение суток. Цену? Я не знаю, надо позвонить. Позвони, узнай или напиши им в группу. Можно написать в группу. Даже птички устали. Подходит к концу очередной рабочий день. Самый умный, самый начитанный в команде, конечно же, наша ракета. Какую книгу читаешь? Что-то свежее? Это в местной библиотеке взял? Какой? Коллекционер. На реальных событиях. О футболе, наверное? Нет. О чем книга, Никас? Сейчас скажу, смеяться будешь, выключай. Ну говори. Насильники. Ты с Зиной переписывался? Да. Что пишет? Все нормально. Собираетесь в Манчестер? Не, может, поедем. Че? Билеты пусть сделает. Зинченко сделал билеты нам на Манчестер Сити. Мы приехали. Ты забил 2, мы отметили. Уходящий день на сборах богатым на события никак не назовешь. Несмотря на то, что было 2 тренировки, у ребят просто не было сил шутить и очень сильно устали. Нагрузки достаточно серьезные, а вот завтра, когда намечена одна тренировка, а на вечер запланировано обширное теоретическое занятие, скорее всего, что-то интересное все-таки мы подсмотрим. Любите футбол, болейте за футбольный клуб Уфа. Это был очередной дневник сборов.